все нормально, ничего не случилось. Где? Ну где, где? Я не знаю, дома может быть что-нибудь? Что? Один я остался. Господи! С Машей что? Вчера вечером, без 15:10. И главное, до этого ничего. Хотела, напевала что-то. Боже мой, ну держись, держись. Подожди, что же она напевала-то? Да это не важно. Господи, да что же она напевала? Да не думай ты об этом, с ума сойдешь. Боже мой, боже мой. Такая замечательная женщина. Удивительная, удивительная женщина. Бывало, придешь в 5 утра, весь в грязи, в губной помаде. Она с тебя пыль сдувает, пыль. Помню, как-то ночью в новом костюме пришел весь в грязи. Ну, то есть плашмя, грязь так, с ног до головы. Я помню. В октябре. В ноябре. В октябре это в старом костюме. А, это... Ну тоже грязь ног до головы, почему же новый это и купили? Она ни слова не сказала, дрожала надо мной, как над грудным младенцем. Боже мой, такая улыбчивая всегда. Во сне улыбалась, во сне. Я даже пугался иногда. Вежливая такая. Ты о чем ты говоришь? Сначала вора в дом пропустит, потом сама зайдет. Ты знаешь, я помню, мы как-то, ну, под утро целой компанией завалились к вам. И я вазу дорогую, старинную. Ее любимую. Вдребезги. Вот веришь, год прошел, не могу себе простить. 2 года прошло. Да не, в том году. В том году ты сервиз чайный грохнул. Да. Китайский. Да, ее любимый. Она ни слова не сказала, ни слова. Она сказала, к счастью. К счастью? Да. Она сказала, к счастью? Ой, а какая аккуратная была. Ну о чем ты говоришь? Бывало, ночью в туалет сбегаешь, приходишь, в постель убрана. Да не может быть. Да, сколько раз? Да ты что? Да клянусь! Ну надо же, а! Ой, а какая чуткая, заботливая! Да как мать, как мать! Каждую ночь! Где это тебя так? Кто это тебя так? Ой, ну крепись, крепись. Время все лечит. Нет, не все. Да все. Помню, как-то пришел ночью, глаз подбит. Какой? Оба. Один раз так было? Ну почему? Много раз, но один раз пришел, глаз подбит. Она всю ночь мне с этих, как их? Компрессы. Компрессы ставила. Глаз не сомкнула. Да, свои не закрывала, чтобы мои открылись. И надо же, без 15:10, ну. Ты знаешь, я всегда тебе завидовал. Вот всю жизнь тебе завидовал. Ну я же, если домой приду с подбитым глазом, мне второй глаз подремонтирует. А твоя? Грубого слова от нее никто не слышит. Никогда! Никто никогда не слышит. Бывало, сидит на кухне, плачет, плачет. Ну чтобы грубого слова о ней никогда. Помню, приболела как-то. Ну, кашляла сильно, воспаление легких, почти не вставала. А мы сидим в комнате. Прокурили все, гармошка, тут собака воет, визг, гам, тут сквозняк, она ходит. Может, вам кофе сделать? Как сейчас помню. В белом халате. В синем. Да не, в белом. В белом это когда ее сердце прихватило. А, да. Тоже заходит, может, вам кофе сделать? И главное, тихо так спросила. Да. Никто и не услышал. Как Миш. Как кто? Как мышь. Все тихо делала. Бывало, ищешь ее, ищешь по квартире. А какая красавица, даже глаз не оторвать. Веришь, всегда глаза не оторвал с трудом. Ой, да что там говорить. Редкая женщина. Да. Редчайшая. Да. Какие ее слова последние были? Последние ее слова были...
пошел ты к черту. Собрала вещи и ушла. Без 15:10. Куда? Неизвестно. Подожди, а почему ушла? В том-то и дело, что непонятно. Предпоследние слова были: надоели твои пьянки-гулянки. И все? И все. Подожди, ни с того, ни с сего взяла и ушла? Так в том-то дело, что ни с того, ни с сего взяла и ушла. Это какая-то страшная тайна. Держись, держись. Ой, ты надорвешь себе сердце. Пойдем. Девчонки ждут. Да, пойдем.